второй общеобразовательной школе города Судака. Очередное очень приятное событие. Наши шефы, уважаемые дорогие шефы Свердловской области, преподнесла нам очередной подарок. Это книги. Большая заслуга, благодарность этой акции, проведенной в городе Екатеринбурге, Свердловской области, заместителя губернатора Свердловской области Пекова Павла Владимировича. Администрация города Судака выражает огромную благодарность всем организациям, которые приняли участие в акции по сбору книг для общеобразовательных учреждений нашего городского округа. Кроме того, я бы хотел выразить особую благодарность нашему городу-побратиму Березовскому, который также участвовал в этой акции. Кстати, они ни одну акцию не пропускают и участвуют во всех акциях по оказанию шефской помощи Свердловской области городскому округу Суда. Сегодня в адрес второй школы поступил очень колоссальный, бесценный клад в лице 2208 экземпляров книг. Это художественная литература, научно-популярная литература. И не могу не отметить учреждения, которые оказали эту шикарную поддержку нашим школам. Это издательский дом «Сократ», город Екатеринбург. Это Уральский государственный колледж имени Ползунова. Это Свердловская областная библиотека для детей и молодежи. Это образовательная организация Березовского городского округа Свердловской области, Институт развития и образования, Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского. И отдельное спасибо хочется выразить перевозчику книг, который привез нам их абсолютно на безвозмездной основе, это Свердловск Автодор. Большое спасибо, что эти книги дошли до наших детей, будут очень полезны, нужны и актуальны. Большая масса книг прислана на адрес школы номер 2, но каждое образовательное учреждение получила отдельный пакет книг, предназначенный конкретно для каждой школы.